что это? Да ладно! О, привет, братан! Сталкер? На Редеймерах? Я на Трибучетах? Мы Паттон? Обалдеть, Паттон на Трибучетах! Обалдеть, нифига! Всем привет, ребята, с вами Братуха. Сегодня 17 мая, 18 часов 11 минут. Зашел в игру на эмуляторе Nox, увидел новости. Сразу зашел в игру, увидел новости. Новая стычка доступна. Сражайся на заранее подготовленных ангарах с другими игроками. Бои в режиме стычка не влияют на рейтинг. Обрати внимание, что режим доступен только игрокам 15 уровня и выше. Новый режим доступен ограниченное время. Поторопись поучаствовать. Ну, там что-то подробнее. А подробнее это что? Давайте нажмем. Выскакиваем на YouTube. И тут у нас какие-то интересные видео. Ну, ладно. Понятно, это у нас там интересное видео. Ну, что-то там непонятное. Давайте нажмем в бой. Давайте начать бой. Ага, и вот она стычечка. 2 дня, 17 часов. Была доступна 3 дня. На картинке у нас там Паттон на дробашах и на тяжелых оружиях на огнеметах Фьюджен. В общем, ничего не поменялось. Та же самая, ребята, картинка. И что я хочу заметить. Интересно, а режим против всех 3 дня остался, что ли? Черт, надо идти серебро зарабатывать. Как ни печально. Ну, давайте в стычечку пойдем, посмотрим, что там за новое оружие такое. Картинка у нас не поменялась, к сожалению. Мы могли бы и нарисовать разные картиночки. Таксики. У нас... Что это? Да ладно! О, привет, братан! Сталкер? На Редеймерах? Я на Трибучетах? Мы Паттон? Обалдеть, Паттон на Трибучетах! Обалдеть, нифига! Паттон на Трибухе? Да я просто в шоке. Нихера, полробота как с куста! Обалдеть, ребята, Паттон на Трибучетах? Это что-то новенькое, реально. Не прошло, увы. Увы, не прошло. Там идет тоже, судя всему, Паттон на Трибучетах. Ну и пускай он идет, нам не нужен пенопласт, он, походу, завис. Мы заряжаемся. Мы готовы стрелять. Обалдеть. Паттон на Трибучетах? Нифига он выглядит, реально здорово вообще прям. Сейчас зарядимся до полного. Долго ждать, пока заряжаешься. Еще одну плюху дали. А это что? Паттон на тандерах? Вы что, гоните, что ли? Паттон на тандерах? Нифига. Это Галахад на огнеметах? Парень очнулся, посмотрел на братушку и ушел в аут. Его звали там. А это у нас тоже еще один парень. Опа, он уже в кого-то шальнул. О, блин, я забыл! На самом деле, это же вам не там. Это же не какие-то там пушки с шок-трейна. Это надо нацеливаться. Например, вот там противник Алик у нас. Сейчас мы зарядимся, и Алик у нас получит. Тынч. Отлично, Алик получил, надеюсь, по целому. Паттон! Это, конечно, ребята, действительно прикольно. Вот на данный момент вообще прямо-таки нифига-фига себе. Насколько прикольно, прикол такой. Паттон у нас, Алик. Что-то там прячется, но от нас не уйдешь. Еще одну плюху Паттон получает. Алик дает мне в ответочку. А это у нас Галахад на огне. Обалдеть. Я думаю, он бочком повернется, мы ему дадим прикурить. На эмберах. Я просто в шоке. Вот это, конечно, прикол, ребят. Парень спрятался, бля, вот сейчас мне даст плюху. Не, дал другому, ну и это тоже неплохо. Вот он будет уходить, мы ему дадим. А в принципе уже хватит. Огонь. Отлично. К нам идет Галахад, ребята. И Паттон на дробашах. Что делает Паттон на дробашах? Галахада мы не осилим. Мы будем копить, копить, копить. И возможно в паука шандарахнем. Да, паук у нас беззащитный.
Дабл килл, то есть да, завалили паука, отлично. К нам идет Галахад. Там еще один Галахад. А мы заряжаемся, ребята. Да, три трибучи, это, ребята, вам... Это вам, да, это вам не там. Галахада видим. Патрон. Возьмем его в автоприцел, чтобы ни с кем не спутать, и заряжаемся. Кстати, ребят, я заметил, что пушка трибучет не издает никакого звука в плане... я зарядился. Надо доработать. Напишите разработчикам, чтобы они поработали над зарядкой, на полной зарядкой пушек трибучет. Вот сейчас, видите, звука никакого. Пушки готовы к бою, а звука, звукового оповещения нет. Это проблема, ребята. Даже у шок-трейнов есть оповещение, надо дорабатывать. Давайте добьем парня, что он мучается. А, нифига себе. Его кто-то другой зафигачил. Но это тоже прикольно, ребята. Дробашник меня дробашит. Сейчас мы ему выпишем лекарство. Лекарство в ангар. Свободен. Блин, нифига прикольно, да? Ну ладно. Добьем, окей. Как говорится, навесили ему целую плюх. Ах ты, видал, я промахнулся. Не, на дробашах это, ребят, сила. Это вообще жесть. Сейчас парень у нас, смотрите. Не попал. Или попал, но в щит. Хотя вроде у него уже давно щита нет. Отправим его в ангар. Да, прикольно, паттон. Паттон на трибучетах, это просто жесть. Я не знаю, какого уровня трибучета, но 4 трибучета МК-12 ворвали бы роботов просто на ура. Опять промахнулся, поторопился. Давайте не будем торопиться, будем воевать. Паттон на трибучетах, это, ребята, вам не там. Это действительно супер. Это прикольно, это здорово, круто, я, блин, я таки действительно в шоке, такие сборки можно проверить, круто, просто круто, стычка порадовала, обалдеть, чисто от этого бота я уже в умилении, насколько приятно играть, парня того, в принципе, добьют, мы паука сейчас затроллим, вроде зарядился огонь, отлично, у паука мало хп, мы его захерачили, а этого парня много хп. Пока не спрятался, дадим ему плюху. Но идет на нас дробашник. На дробашах идет. Не хочется мне менять робота под конец боя, ребят. Ага, будет атаковать, да, я так понимаю. 1100 метров вроде бьют трибучета, мы полностью зарядились. Бьем в крысу. Ха-ха, пока она не ушла в инвиз. Видели, что, что произошло? Сейчас будем паука валить. Реально, паука сейчас будем валить. Я надеюсь, убрал паука. Здорово. Ну, крыса, нифига, крыса на чем там? Нифига, сейчас нас тут развалят. Здорово, ну давай-давай-давай, еще. Еще залпуху сделай, братан. Еще залп. Блин, не успел, печально. Давайте возьмем крысу. А, пушки 350 метров, понял. Перезаряжается, понятно. Паттон опасный. Пушки перезаряжаются, отлично. Не попадаю. Да, ребят, здорово. Ну что ж, сейчас нас и завалят. Тут уже все равно какого робота брать, проиграли. Ну это было прикольно. Это было здоровски. Круто. Обалденно. Паттон на трибучетах. Это крутяк, ребята. Это нонсенс. Это было здорово. Я в шоке. Я в шоке. Что еще сказать? Я хз, ребят, но это просто жесть. Паттон на трибучетах. Да и трибучеты, ребята, стопудово не 12 уровня, какого-то поменьше. Хотя, может быть, и 12-го. 953 тысячи дамага я настрелял. Ребята, больше, чем в любой другой команде на трибучетах. 4 трибучета. Мне это очень понравилось. Просто шикарно. Круто, круто. Обалдеть. Давайте еще раз в стычечку пойдем. Крутяк, крутяк. Здорово, здорово. Нет слов. Одни эмоции. Это классно. Гонка за маяками, ребята. Сейчас мы возьмем Галахада. Галахада на огниве. И попробуем просто как бы... Так, у нас щит открыть. Вот так, понял? Ага, мы подстрахованы. И идем за маяком. Быстро мы должны бегать. Как-то так мы должны быстро бегать. Классно смотрится. Три тяжелых огнива, ребят. Просто очумительно смотрится на этом боте. Это классно. Плюс еще раз красочка. Это здорово. Давайте поднимем щит. Это зашквар. Это зашкварушка. Да, ребят. Это просто, я не знаю, бифштекс какой-то.
Обалдеть! Это охрененно просто, обалдеть! Три огня на таком щите, вперед в огонь! Ребята, это шашлык! Бифштекс! Огниво! Окей, не проблема, сейчас мы тебя... Ой-ой-ой, у нас нет щита! Ребят, прячемся! А выходим, опять жгем! Обалденно, ни хрена себе! Я чувствую себя богом! Братуха, бог! Крыса, иди сюда! Галахад, блин! Действительно, ребят, уходим, уходим! Шкварим, шкварим! Ах, классно! Как горят противники! Бей, ребята, красноперы, жги! О-о-о! Это круто, ребята, это круто! Это действительно ништяк! Один! Блин, убили с дробаша! Нифига себе! Это крутяк! Я чумею! Просто патан на тандерах! Охрененно! Просто в шоке! Надо выбирать цель! Очень мы запрессовали противника! Просто обосраться и не жить ему теперь! Ну кто будет против меня? Выходи по одному! В чем проблема? Давай! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь! Больше не живет, Паттон! Ой, паучок, огонь! Огонь, паук! Раз, два, и готово! Бам! Ай, снимай щит, паук, тормоз! Эти пушки дальнобойные, здесь не надо идти впритык! Отходим назад! Драгуны, обалденные пуханы, ребята! Бля, убили! Это не беда, это не беда! Есть еще один у нас робот, имбовый! Это крыса-сталкер на двух редеймерах! Сразу идем вперед! Потому что мы включили инвиз и просто не даем противнику передохнуть! Жгем его! Обалдеть! Это круто! Это действительно класс! Парень поднимает свой щит, но с другой стороны у него щита нет! Мы его обходим, и щит даже не спасает! Просто имба! Возьмем! Вау! Супер! Браво! Круто! У-у-у! Стычка! Это что-то невообразимое! Я в шоке, ребята! Действительно в шоке! Просто миллион! Миллион дамага! Миллионы, миллионы, миллионы алых роз! Для тебя, для тебя, для тебя я сорву! Или куплю! Продам картину, почку и куплю миллион алых роз! Миллион, ребята! Серебро, интересно, подняли! Нифига! 220 тысяч серебра, 336 с премом! Печально, ребят, печально! Обалдеть! Я в шоке, просто в шоке! Это крутяк, это здорово! На этом, ребята, я, наверное, закончу. Наверное, думаю, блин, будет вторая часть этого видоса. Этой стычки. Потому что сейчас реально здорово, круто. Просто обалдеть. Интересно, в Дискорде кто-нибудь есть? Никого. Да, здорово. Что у меня тут? Надо уничтожить роботов там, типа, туда-сюда, да? И вот она, пушка Драгун, ребята. Верный помощник. Драгун, который бьет на расстоянии, там, 500 метров вроде бы, или как там. Сейчас откроем. 600 метров, боезапас 4, плазмодоид, а скорострельность 1, плазмодоид, плазмоид, блять, плазмодоид. Боезапас 4 плазмоида, скорострельность 1 плазмоид в секунду. Время зарядки 1 плазмоид за каждые 3 секунды. Эта пушка нетерпеливая, всегда голодна. Она уничтожила многих врагов, но и немало сгубила своих хозяев, заразившихся от нее безрассудством. Только сильный характером сможет совладать с ней. Пушка действительно классная. На 600 метров она бьет без промаха в любую цель и наносит колоссальное количество дамага. Я хотел бы иметь 3 такие пушки МК-2 12 уровня. Кто бы подарил бы 3 такие пушки? Ну что ж, ребята, давайте попробуем выиграть эти 3 пушки. Мне хотя бы одну или хотя бы 20 деталей. Что у нас тут? Вот самый главный приз, 5000 драгунов. Ну что ж, ребята, скрестим пальчики. Опа, знак вопроса и 25 ключей. Слабовато, маловато. Я же еще раз говорил, что сейчас 13 тысяч надо ключей. Ну, так что поднимайте призы, разработчики. 25 превращайте в 75, в 100. 2000 мы тратим на 150 тысяч серебра. 7000 токенов мы потратили на 20 ключей, к сожалению, ребят. Не судьба, не сегодня. Потому что мы можем выиграть как 200 токенов, вернее, как 200 драгунов, так 250 голды, но и не исключаем еще 250 тысяч серебра. Я не хочу тратить 18 тысяч. Окей, ладно, уговорили. Бог с вами. 18 тысяч тратим. 250 тысяч. Блин, ну как в воду смотрел! Все, уходим. У меня один драгун, 6600 деталей. Даже одного драгуна нет. Чуть больше половины драгуна набрал. Инквизитор. Ну, инквизитор чисто символический, ребят, крутанем. Авось повезет, 5000 голды выиграем. Авось. Первый раз. 400 деталей, поздновато. 4800 тратим, 25 ключей ожидаемо. Все, ребята, на этом я прощаюсь с вами. Стычка! Запомните этот видос. Это действительно классная стычка. Идите, развлекайтесь. Круто!
Просто имба, класс, здорово. Крутяк, нет слов, нет слов. Шик, блеск, красота. С вами был Братуха, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока.